Две минуты жду нахуй. Если не придешь нахуй, блядь, сниму 3К нахуй сразу. Че, что на хэпала мог зайти, абориген? А я спекну, сейчас мушетка потанчит. Так что можно. А, у тебя же хэпал. Лиха. Ближе к стене, а какой? Я вроде близко стоял. Напротив кружка. Так, напротив кружка есть много стен. У какой стены? Не понял. Ну ты хиль. Там этот ДКшник, они оба держат по два типа. А между собой они, по-моему, меньше 50 метров. Вот ты их хилишь. Сло, Варман, ты тут? Все, давай, да. Спекай себе хила с морфетка в танк. Ага. Ебать, хоть что-то интересное. Маскшила будет? По-любому, это такой босс, конечно. Релогнусь с фастом. Рыба была? Там вот стоит. Шкаф поставьте. Блоки. Блять, ребят, шевелитесь, пожалуйста, быстрее, нахуй. Ёбаный в рот, нахуй. Уже должны были, блять, АФК, нахуй, быть, блять. Бафнули ханта быстрее. Фул баф дали. Дайте каску по окам. И по магам тоже. А чё, отдаём? 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Олма. Господа, кстати, Геру дали. Вы когда Олму бьете, вы КС по нему кидайте, пожалуйста. Так я, блядь, спросил Малинраша, нахуй. В чем проблема? Красноязычие повесить на босс? Нас шотнуло не просто так. Нас не могло просто шотнуть. Декорс. Я, конечно, не посмотрел, там висел ли КС, но... Подозреваю, что не висел. Все побежали, все побежали правый, надеюсь. Или пост. Блять. Скана с экрана. Все побежали уже к Глебовску. Если могла забить. Чем это?
Петя лагает, блять, написать можно в дискорде нахуй. Или что-то сказать нахуй. Сидеть ждать нахуй 2-4 человека, тебя, блять, вообще никакого желания нет. Глаза стопнули, не бил. По киглеру играть. Больше слышно, но давай первую, и так же еще все сделаем одному шампу, одному сливаем данный на шампу, еще это выбираем, и сразу точечно покупаем, и шампу учитывается. Значит, так, ставим все под группой, чтобы действительно не остановили на занимание администрации. Все, отлично, перевели, да, сюда. Хитлера дальше бьем. Что-то на ману есть. Волк, поставь тотем и зерно гимнамену. Это нахуй самый, блядь, потный мой нахуй. Милики, заберите босса на 4 секунды. Паша, бейте, крестик. Блять, хорош по киглеру хуярить, уберите бесов нахуй. Сложно, блять, игрон убирать. Все, сейчас, когда Киглер откроется, Донзек, Москва и Веля отпадете бить Киглера. Только на сокрушающую молнию отходите. Эма, этот айсбаунд дерми еще. Чоколад и прохил. Проебал вспышку немножко. Стопнули, кроши не бьем. А, дальше, дальше открылся, этот, открылся крош, дальше крош побить. И убираюсь. Заберите босс. Все поздно, стоп. Нет, вы опять. Сейчас заберите Ома кто-нибудь, милики. Там гарзи заберем. Все. Минус Москва, нахуй, заебись. Стерва, да, БР, понял? Прохил этот... Шве, да, блядь. Да, да. Ну нажмите сейф какой-нибудь, ёбаный в рот, нахуй. Суки вы, нахуй, туп. Можно меня подхиливать, пожалуйста, нахуй? Я сейчас опять нахуй сдохну, блядь. Декурс, блядь. По собакам играйте максимально. Одну забаньте. Целую, которую. Ой, блядь, я же дай, не знаю, дай по войду бэр. Блядь.
пиздил нахуй. То я умру опять, чувствую нахуй. Иннер ему залей. Быстрее по собакам, больше депс. Там, блядь, 4 собаки живы, вы серьезно нахуй? Физой нахуй, захуярьте их, блядь. По-братски нахуй. Или мы сейчас выпнемся нахуй вообще, блядь. Пизда нахуй. Пипала с экрана. Дерми через баунд. Жмите. Дальше волмы бьем. Собак заливаете. Пизда, сейчас сейвы. Ой. Эту хуйню забаньте, пожалуйста, которая в рейзе. Декурс. Эти двух собак быстрее. Сука, там босс хп. Слепи равно, блядь. Декурс. Можно с камеры на манюсе? А можно, пожалуйста, все, босс, убейте эту собаку, бан. Войд с экрана. Бах, нахуй. Одну не добили собаку, да? И меня еще не прохи. Сука, какие же вы тупые, нахуй, блять, я просто хуею, нахуй. Мне неудобно, блять, просто танчить, нахуй, и озвучивать, блять, потому что, сука, я не успеваю, нахуй, прожиматься, блять, как у меня хп, нахуй, падает, блять. У меня постоянно по пол хп, нахуй, здоровья, блять. Если ты, сука, сам себе хилю, нахуй, под этим дизаром ебучим, я отхиливаюсь, нахуй. Вы, блять, сука, сейф не можете дать. Тут сейф, нахуй, дается только на кроша, блять, ебучего, нахуй, жертвоприношения, блять. Пиздец, нахуй. Все, заебали, нахуй. С камер, нахуй. 200 тысяч урона, блядь, по рейду, нахуй. Слушай, а собак почему не отходят? Потому что миликов хватает, нахуй, чтобы их залить, блядь. Если бы нормально, блядь, никто не умирал, нахуй, эти собаки вообще должны умирать, нахуй, без банов, нахуй. Просто РДД, наверное, уешь что Т4, и поэтому у них не хватает ДПС. Да, было бы 7, но... один попросили там. Там, по идее, палы должны как ебанутые хилить. Я собак. Два быстрее дали. Заебали, просишь вас нахуй быстрее, нахуй думать головой, блять. Вы, сука, кнопки вообще нихуя не нажимаете, блять. Пускай я нахуй только сейчас, блять. Вот я сейчас вообще, блять, принципиально прожиматься не буду и буду смотреть тупо за рейдом, нахуй. Пизду, блять, заебал. И все одновременно сдадут сейвы, заебись. И буду сейвы нахуй говорить, блять, кто кого ики дает нахуй, раз вы не можете, блять. Заебал на пол хп нахуй стоять. Что? Сила бедки ему начислять или поразумение, или нет? Нет, у него на самом деле, я думаю, что нужно немного заранее говорить про сейвы, потому что... Блять, я не могу, понимаешь? У меня все время по 30к хп, нахуй. Я, блядь, стою ударом смерти, блядь, и прочей хуйню, блядь. Словно, тринкеты, типа, когда нажимаю, избал. Открывается он, ты где-то секунд 20 думаешь, типа, кто какие сейвы дает, типа, говоришь, что дать, когда начнет дамажить. Или там перед кастом. И челиком будет проще, ты гореть меньше будешь. Короче, на полубах. Потому что чего-то сами сейвы не будут нажимать, потому что если они это нажмут, то потом ты скажешь им это нажать, они скажут, что это в КД, ты им минус 200 дашь. Стерва. Все, поехали. А чё одно? 5, 4, 3,
Пол. Нер, дали фул ДПС. Собак залили. Без урона. Только физой. Декорс. Ну так вот собаки должны умирать нахуй все время, блядь, если все живы нахуй. Убрать Геру, блядь, пускай я вам даже 10 секунд за счет Геры добавлю нахуй. И до жертвоприношения кассы еще плюс-минус. Ой, с экрана. Крош, стой, не бейте, Крош. Ждите. Все, можете Крош убрать. Гермич, твой эсбаунд будет, и пипала твоя массакра. Подымай на огонь, на приспадник. Машка в КД. Я там. Поменяйся, блять, 4 паладина нахуй. Отдай огонь. У меня стоит ЭМА. На огонь. Нажимайте, сейв. Стопнули, Крош. Я отдал. Киллер огонь. Бить. Огонь отдал. Заберите босс, Ома. Стопните по трусам. Дальше киллера бить. Блять, он повернуться успел. Ну блять, ну. Берните смурфетку. Да, быстрее, Берн. Няш. А, КД, блядь, 50 секунд еще, охуенно. Меняйтесь, билите по КД, нахуй. Тоже КД у меня, 40 секунд. Стерва, как только БР откатится, сразу БР с мухлетку. Что-то на ману. Блядь, лишь бы сейчас он не открылся, нахуй. Тотем гимн, давай. А на этом КД, допустим, они по одному стаку. Нажми то там, Валк, нажми то там. Рахил. 15 секунд БР. Стопните киллера. Ну блять, ну сука, нахуй, что за хуйня, блять? Нажми ШВР, забери ей Олма. 4 секунды БР, быстрее. Там уже пожали. Декурс. Быстрее, быстрее, смурфетку, БР. Ребаф на Левара, забирай Олма. Сыграли по собакам активней. Больше ДПСа по собакам. Физурон, стопните АУЕ урон нахуй. Магии вообще не бейте нахуй. Магии только Олма хуярьте. Без АУЕ урона магии. По собакам больше урона, декурс. Я Шиннер по волку дай. Быстрее по собакам, еще больше дали.
Дермич, твой айсбаунд будет и смурфетка ШВ. Плюс войд с экрана, нахуй. Нажали, нажали. А, нормально, блядь, не надо было нажимать. Успели. Олма бейте дальше. 7 лямов. Все по Олму играйте, забейте на собак, играйте по Олму, вы должны успеть. Пипал, перевешивай частицу на Феникс и пошел ману регенить. Ты сейчас его хилишь. Олма фулл ДПС. Как мне регин? Ты курс. Смурфетка, короля с меня сразу заберешь. Вон куда-нибудь туда в центр поставишь. Все, иди короля забирать меня. Жми интервейв там, блин. Кого-нибудь. Кроша бить, крест. Вон, поставь вон туда, вон печеньку. Стойте в кресте, блядь, чтобы вас не откидывало. Живую бомбу выносите. Пала, твоя массакра будет. Плюс и мана огонь. Машка 27 секунд. А дай мне Машку. Ну дайте огонь, он гарать, пускай этим живет. Тебе избирать, пожалуйста. Нажали. Спасибо. Игора добивать. Москва, Донзе, Кивеля, отойдите бить. КС повесьте на него, от сокрушающей молнии отходите. Хотя все милики, идите бейте его нахуй. Похуй. Только от молнии отходите, 8 метров раньше не. Отбежали. Все дальше бьем. 8 метров, не надо голову набегать. Больше шипов не будет, не переживай. Там на миликах только схитрит. Я набегу. Щипоглазы, поехали? Я бы хотел пару и стримы. Не на него, а на стриме я видел сразу пару и так только. Это, блядь, нам было слепоглаз собрать, милики. Хотя бы пару чего отбили на хван. На следующий. Вы так кастера на кикаете, блин. Волк, поставь ТТМ, зеро на гимнисле. Я заберу слепоглаз, заберу. Москва, Велет и Донзаки тебе слепоглаз. Гарда тоже можете бить, в принципе. Чего?
Не надо каскить эти самки. Все стопнули, кроши бейте сердами. Ничего не добили, блядь. Я как бы плечи подбила. Конечно, рыбки. Я не знаю, я видел себе кашеньку. Не знаю, что закрою мэп. Быстрее. Слепоглазы добивайте. Да. На уголе должно быть все фактор. Не ДПС завышен, нет смысла смотреть на том, на короля. А днем? Завтра ссылка будет у вас. Выбирать буду по ДПСу конкретно. Это про второй рейд делать. Кроши добивайте. Чего, Геру дали фул ДПС по этой хуйне. Все бьют. Там... Собак никто не трогает, просто УЕшкой их заливайте. Сейчас появится. Ну что, короче, вас уже не освободили. И для этого лопа надо. Сейчас быстро бежим, скипаем трэш и идем как броня. Как только убьем. Мелики отошли, мелики отошли. Москва, Велет и Донзак бейте. А вы на свете, да? Алло? Дерьми честь баунды. Ой, дай сыпру. Сука, пипала, дай сыкру. Идите все мелики меньше. Да, будьте объективными. Смурфетка что? Все, мелики отошли, только остались тех, кого назначал. Короче.
Эндрю, помоги мне, пожалуйста. Все равно подождем. Теперь я буду. Ну, смурфетку планирует. Давай я здесь берем. На первую босс. Зачем мне то, что я хочу? Блять, и пятна. А мне фазу. Идите все бейте миники. Дам 6 баллов. Я пошел мне с вами. Типа, ну, как бы, мы едем туда, но у меня жаба душит, потому что, типа, руки надо просто качать всю эту хуйню, типа, это до хуя баба тишина, это идет, блядь, и рано, сразу. Побежали, танки вперед. Чего? Знаешь, никто не бьет, пробегаем и направо забегаем. Танки только хильте. Громил он подъебал, не подходите, клевают. Нет, я уже делала, я делала. Направо забегаемся. Да. У меня всегда какие-то варианты, потому что надо. Диван, дайте там паладин кто-нибудь по кому-нибудь. Надо будет потратить. Не знаю, чем. Снимай диван, давай мы срез. Волк, только два шага назад, три даже. Отойди еще назад. Ну вон там, где, блять, откуда мы бежали, туда подойди, чтобы до всех мы срез достал. К трэшу подойди в сторону, пожалуйста, и дай мы срез, волк. Еще. Стоять, все, давай. Блять, это было не настало, наверное. Лестницы ФК. Спиздил щит и ушел. Смурфетка по центру руки будешь закрывать. Дермич справа, сзади. Локи, которые первая, вторая пати. Я вас перекину. В кресте беса своего ставьте. Короче. Блять, первый. А Хансу не надо бета ставить? Не, не надо. Ох, ебать. Так, для тех, кто тут первый раз, появляются руки. Руки надо закрывать. Третья, четвертая пати максимально стритачивается на руках. Закрывайте руки, ни одной не пропускайте. Как закрыть? Появляются две руки, заходите там в очертание круга ее между этими двумя руками. Если зашли, вы закрыли, на вас вешается дебаф. Там на минуту. Каждые 30 секунд кидаются руки. Этот дебаф вас замедляет и увеличивает по вам урон, если закрывать следующую руку. По очереди закрываете, чередуете один через один. Либо глыбой можно закрыть два раза, там, тучкой и прочей хуйней, баблом и т.д. и т.п. Остальные, первая и вторая пати, бьете босса под сокрушающий удар, подходите под ебалом. Либо стоите все время под ебалом, если вы тупой. В принципе, все. Атацкого удара выходите либо направо, либо через центр вперед бежите. Я его буду поворачивать в сторону печки. Специально для вас.
Благодарок, ты тут? Давайте быстрее, ребят, пожалуйста, блядь. Я уже никакой сижу. Да, вместо вас Локи стоит без. Ровно в крест его поставьте только, блядь. Прям ровно. А, блядь, я ж про трэш еще забыл, сука. Это только на пассив оставь, чтобы он через босса не побежал. Пошли трэш бить. Дермич, первый сбивашка сел, Конфел, второй звезде. Москва, первые печеньки, Елет, второй. Все, поехали. Звезду первую играть. Понял. Ой, блядь. Клад позбиваю, второй каст печеньки. Веля, ты первый. Дермич, ты первый звезде, я второй поспеваю. Печеньки потом играть. Хиджал через месяц на X2, прикольно. А, он уинск? Угу. В БТ бы я сходил, но я уже там по гиру сломил. Там Т6 обещают, да? Т6 будет. Ну да. Это охуенно. Хиджал. Там три куска же, блядь, или два в хиджале, не помню. Два. А всего Т6, там же 8, да, да? Или 8. Там бонусы. Сапы там все такое. Господа, забудьте про все. Когда это выйдет, значит сервер пизда, и мы снова на дисконнектах. На 10.4 это не коснется. Это коснется всего. Ну, хиджал на МБТ-3, ну да. Ладно, просто, блядь, типа просили. Ты добиваете трэш и 3 минутки ФК по-быстрому. И потом будем гулять. Я себе пока кофе употреблю, блядь. Феникс, ты тут же еще? Да. А в ЦЛК можно будет с вами, когда вы пойдете? Ой, не в ЦЛК, в этот ВВК. Залететь. Ну, посмотрим. Да, Дермин, 4 минуты. Thank you.
4, 3, 2, 1. Давайте еще напишем. Мип, ты тут? Жу, Йоката, ФК. Красава. Так, еще один нюанс забыл сказать. По правой стороне, вот примерно вот ставлю крест печенька. Вот по этой линии параллельно будет метеор падать. В этой стороне лучше не стоять. Там танк закрывает руки. Ок, еще раз напоминаю, спейси, ФК и бати, в кресте ставьте своих петов. И после адского удара, если что, каналом здоровья подхиливайте, если там хилы проебутся. На исходные стали. Пипал, сколько хосты? 1400. Я рыбу поставил. Рыбу, короче, в центре поставил, по краю идите, хавайте. Там может миликом ССу намазать. Пока не надо. Я потому что не знаю, кто из них проебется. Все, на исходное расчет на полубах. Он жив стоит, почините. Все, что отдаем? 5, 4, 3. Так, как ты, блядь, полюби его немножко повести, блядь. Меру дали пол ДПС. Подъебало. Блять, ну... Ну какое чучело там уже не успевает подойти, нахуй? Ну ёбаный в рот, это просто пиздец, нахуй. Два адских сразу, нахуй. Валенки, блять. Вы не можете, сука, стать, нахуй, в крест или что, нахуй? Или вам, блять, сука, нахуй, вообще конченые, блять? Стерва, дай БР по мульнраж. Подъебало. Печка нахуй, чё она не срабатывает? Скана, дай сальву по Блэк Дарку. Ебало. С камеру лево. Камеру уже умудрился умереть. Боже, блять, ебать, подъебало.
Няша, дай БР по нему. Ушли все. С подъебалом сейчас будет адский. Вернулись. С камеры вставай. Рибафнули магию, подъебало. Подъебало. Есть смысл, если мне нужно достать на комнату? Ебало. Ты чё за хуйня, блядь, с этой печкой, алё, нахуй? Чё она не лутается, нихуя, блядь? Сохранись, если чё. Давай, давай, нажимай. Должна, блядь, от малейшего дергивания лутаться, вот тут нихуя не лутается. Подъебал. Подъебал. Хил. Короче, нарушил ее площадку. Подъебало. Ушли сейчас подъебало быстрянски еще. Вернулись. Прохил. Подъебало. Ну блядь, я просто кто не знает. Я думаю, подождите. Дайте. Я бы не отключать пульт, если бы не было тут на что? Просто у меня просто на холодильнике пришли то же самое, как у меня тут на камере, у меня получилось. Ну, значит, я видел, что я получила. Не мало. Пол? Партнеры будут давать мне меня, чтобы я не пытался. Часами подходите, на каждое шламляющее поднимало, ты баллов не будешь. Ну, потом, как по мне, а вот не то, спасибо. Я был рад, что... Все, ушли все с под лица, ушли. Дашь сейчас зубы по мне. Давай, давай зубы. Эма на огонь нажмите. Эма. Еще прислали там на ПДР, да? О, Ник. Кто еще раз? Алконфель. Алконфель. Не надо по лицу подбирать? Ну, пока не надо, пока он живой не стоит, подъебал. Ну, не могу,
вылетел. Я успел подошить, я успел подойти. Да, а он стоит, он живой, да, он живой. Там он вылетел, он исчез. Он вылетел, да, уже вылетел. Успел подойти. Сколько стаков там, не надо подвигать? Вроде надо. Я пустой подойду. Не, пока не надо, все нормально. Хорошо, что бейте. Гимн тотем, давайте. Ну, с баун давай, смотри, эту хуйню. Швесть. Пока не надо искать. Ушли, 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 давай, шо. Давай. Блять. Угу. Все, вернулись. Блять. Ёбаный в рот, нахуй. Подходите под лицо, пожалуйста, нахуй. Не делайте такую хуйню. Давай я стоять, давай. Блять, 7 стаков, нахуй. Ебать в рот, нахуй. Думал, что подбегать надо. Зрять мало. Ну ладно, хуй с ним. Подговаривал. Лишних триянских фонарей, блядь. Кому сейчас легко, блядь. У тебя зубы есть? Нет. Они вот это на секунду. Давай, 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 прямо сейчас. Блядь, чё по печке нахуй? Я же залей, Войт. Дай мне, блядь, каплю быстрее, блядь, Войт. Дал. Угу. Короче, они какую-то хуйню с печкой сделали, блядь. Что-то она как-то, блядь, не так работает, нахуй. Дебилы, блядь. Набивайте босс в жопку. Опа, триня. Хауна, а не триня. Ну, уже вторая выпала. Ну, это рога вылетела. Кстати, не один ты вылетел. Сервак подвис и кикнул. Что там, у кого-то еще есть такая? У меня есть, если что. У меня такая есть на ДЦ. Щит. Я хуй знаю. Тебе надо, ну забирай. Ну, не, я бы просто потом на будущее бы взял. Мне там 50. Так, короче, поехали по луту. Забирай, забирай. Плащ на ретрика. Есть такое. Рюкапа тебе не надо, что ли? Он, Юката, забирай. Ну, сейчас, у него с хитом. Его хита, наверное, не накапал. Ладно, похуй. Пипану давай, блин. Где ты там? Сейчас я тебе верну, Скана, подожди, блядь, хуй с тобой. Сер, или кто там в онлайне есть, верните Скане, пожалуйста, косарь. Мы с ним. Так, нашел. Доктор, нашел. Так, дальше поехали. Оп. Три, два, один, уже обмен. Токен. Плачу уже забирать. Сколько там? 3, 2, 10, блядь. Озеро на мне. Второй токен. Сейчас сними десятку с озерона, пожалуйста.
Сейчас контракты делаю, вообще неудобно. Ладно, чуть позже. Нет, позже. 12, ебать. Донзек 11. 3, 2, 1. Донзек обмен. Этот пояс хоста из-под это. На аэродром. Да, вообще. Стерва обмен. Да. И прикинь, блядь, что мы сделали. Они. Я бы забрал бы тоже, но ладно, хуй с ними. А вот у них на почти как воятель. Так он старпа. Ты изверяли, ты, блядь, нахуй так же, как и фонарь на кругах тронем, там ты ничего знаете, блядь. Дермич, дави до конца. Дермич обмен. Еще один токен. Последний. Не, я говорила, что общий. Кстати, да, Дремич, лучше бы забрал бы пушку с ребра, нахуй. Она в любом случае выпадет, нахуй. Типа, она типа профитнее было бы, чем это, нахуй. Блин, трон. Не забирал. Ну, у него есть хазанец. У него есть. Да, тем более. Пуха не прокает там. Мне кажется, ПВЕ он бесполезен, нет? Не, нормально на ДК, танк. Ну, тут капы, типа, да, меткость. Да, то, что меткость, хуяткость, вот это все. Крит тоже дает ОП там. Верно, 11. Так, сейчас подождите секунду. Так, зеро на. Че, фул? На совете Т10 аптайм 23%. 8%. Где 500? Что такое аптайм? Ну сколько висит баф? Это 10-23%. Да, не смотрите на аптай моей бомбы, это пиздец, спингом с этим. Там... Бисовый шлем, блядь, с хвоста меткость, просто бис, нахуй, блядь. Лучше нету, ебать. Слушай, шутки шутками, но я с такой штукой бегал. Шон? А, не, батя, мент. Тринкет наилучший, охуенно, делайте ставки. Ебать. Просто, блядь, лучше тринкета нету в игре, нахуй. 11, нахуй, выигрываю. Ёбаный. Нахуй вы столько ставите? Уступи. Да какие там нахуй 15? Шаг 10 заебали. Блин, за тринкет этот. Чисто нахуй война. А как он работает вообще, расскажите. А там, короче, когда не много, он дает 500 СПД, блядь, просто. Не, ну когда, да, когда хотя бы его 3, то в принципе можно одевать. Ну у меня есть еще один есть, там, так сказать. Ну нахопало там штук 5 уже есть, наверное, у нас. Ну так можно было бы и потестить. Пускай тестит. Локом, типа, топчик. Если все будут с этой тени. Либо Талик ждать. Талик, такая залупа. Беба, блядь, ты 200 ставишь или что, что за хуйню ты, блядь, пишешь, нахуй, заебал нахуй. 200к. Я тебя сейчас обнулю, нахуй. В минус идет. Ну, я тебя блю, нахуй, помечу, нахуй, 200 тысяч, блядь. И снимать буду, нахуй, до этого момента, пока не накопишь, ну. До ука за СХМ. Не давай, блядь. Да-да, там, пиздец, блядь. Там бегу. Там буфетка хотя бы. МИП 150 обмен за тринкет. Не, шикарно, 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 шикарно. Так, сейчас я подам. Давай, обмен мип. Всем, всем спасибо, все свободны. Кирилл, ты мне за ВК дашь? По ВИП или нет?